Ни для кого не секрет, что бульвар Новый Венец – излюбленное и популярное место прогулок для жителей города и его гостей. Действительно, самый центр Ульяновска, что ни шаг, то достопримечательность, ну и, конечно, живописный вид на Волгу. Правда, вот любоваться бескрайними просторами лучше всего стоя, потому что, сидя на лавочке на смотровой площадке, что-то кроме зарослей кустов вряд ли можно разглядеть. В основном вид на Волгу закрывает клен ясенелистный, или как его еще называют, американский клен. Дело в том, что саму территорию растительности аллеи каждый новый сезон приводит в порядок, что нужно стригут, но только до забора. Все, что за чертой ограды, остается словно бесхозным, поэтому на склоне хозяйничает тот самый американский клен. Деревья надо спилить, чтобы Волгу видно Волги было. Не видим. Волги не видно, воды нет. Гуляем, часто, постоянно, место нравится, шикарное, только хорошее. Хотелось бы, чтобы оно продлилось аж до самой Кендяковки. Берег у нас шикарный. И еще ближе к Волге. Мы гости вашего города. Тем более, гости. Первый раз в этом. Первый раз. В этом парке замечательный парк. И в этом городе. Чудесный. А вот любовались на Волгу, кусты не смущают вас, которые здесь? Ну, здесь, да, немножко можно вот Волгу очистить будет, просторы, чтобы виднее будет. Потому что как таковой набережной я вот в сравнении с Самарой, другими городами, такой нету вроде бы. Вот, но все, красота скрывается. Привлекательная природа наша, но вот обидно, что заросла Волга очень сильно, не видно ее практически. Заросла вот. Сама Волга или видно? Кустарник вид, да, все правильно вид. Как-то вот здесь вот надо все-таки почистить. Порубить эту всю поросль. А так все замечательно, цветы, все красиво, чистенько. Воздух, дышим, гуляем. Обычно обрезают, обрезка. В этом году вот действительно плохо просматривается немножечко. А так вот сам венец очень красивый, ухоженный. Раз в полгода, в смысле, я приезжаю просто домой в гости. Вот. А, что здесь нравится? Здесь красиво, здесь в целом чисто и ухоженно. Вот, а из того, что там бросается в глаза, это что-то не подрезаны здесь кусты, и Волгу, соответственно, не видно, что странно. Как и другие жители региона, специалисты городского центра по благоустройству и озеленению тоже периодически фланируют по брусчатке венца. Поясняют, убирать деревья нужно было раньше, когда растения были еще маленькими. С ростом деревьев выросла и проблема. Мы уже начали, часть уже отработали. Те документы разрешительные, которые у нас были, мы часть уже отработали. Есть еще у нас документы, так что мы в ближайшее время зайдем и постараемся эту проблему решить. Если будут вопросы с документами, но это сроки просто немножко сдвинутся. А так, в принципе, по тому, что там, значит, сделать то, что видимость, чтобы у нас наша родная Волга была видна, мы это сделаем в ближайшее время. Избавить от лишней поросли обещают за 3 месяца. Но пока ничего не остается, кроме как идти гулять дальше. Меньше килограммов, больше свежего воздуха. Заросли отступают ближе к парку Дружбы народов. Здесь есть также смотровая площадка. И вот он, прекрасный вид на Волгу. Рената Люлова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ.